Мелкий вонючий ух. Алло! Алло, телефон, алло! Алло! Фу! Да, как я злится на местной телефонной компании. О, вентилятор! Молча, пушка! А, как мне противно, я здесь уставать и потеть. Где, алло! Алло! Фу! Где тут здесь мой колотель? А вам не кажется, что кипяток закончился? Кипяток закончился. Алло. Алло. Это мистер Карбофос? Да, я. Ich bin Карбофос. Вы пердите, что происходит? Я, натюрлись. Минуту. О, шеф, это вас. Соединяем. Говорите. Фия, если требовать мой слон обратно, я изловить его в густой джунгле. Их бин хозяин, я будет все грабить и похищать обратно. Алло, вы есть совернуть мне, я буду считать time, я буду считать time, и когда-то считать от рай, вам будет очень плохо. Это понятно? О, я не хотел, чтобы мой слон жить вас, противный Бердичев. Я хотел жить мой слон, мой замок. Но требовать моральный ущерб моего смещения. Я не хотел, чтобы мой слон жить проклятый братья-пилот. Я хотел собирать мой слон. Воды? Кто? Воды? Кто, шеф? Воды? Я хотел получать много денег разных валют. А вы получать мой слон бесплатно. Если бы вы не отдавать мой слон. Ну что, шеф, хватит? Хватит. Все хватает. Ахтунг, ахтунг. Это сказать вам Карбофос. Мистер Карбофос, вы закончили? Да, я все сказал. Прекрасно. Перезвоните нам завтра в это же время. Мы будем как раз снова пить чай и с удовольствием поговорим с вами о нашем дорогом слоне. Ура, падает, ура, падает, ура, падает.